Добрый день, друзья, подписчики. В этом видео я сегодня хотел бы поговорить про телевизор. Вот как мы сделали сами себе телевизор из монитора. Увидел я видео в интернете, почитал, посмотрел, вот, и подумал себе сделать такое же. Вот, сейчас вам покажу, что из себя представляет. Купил я такой монитор LG Flatron. Сейчас у него диагональ 19 дюймов. Вот он где-то примерно 2006 года. Я почитал про него. На тот момент это был, ну, как бы производитель писал, один из самых лучших мониторов на рынке. Там бла-бла-бла. В общем, такой он хороший. Он плоский. Вот, есть подставка у него такая. В общем, что себя представляет эта система? Покупается монитор. От него выходит VGA кабель. Потом у нас стоит вопрос, как нам подключить это все дело к Т2, например. Здесь передается специально переходник вот такой. HDMI. HDMI. И выход на VGA, еще аудио выход. Мы это все подключаем, дело к Т2. Подключаем к Т2 и получаем на выходе телевизор. Вот. Покупаем еще колонки активные от компьютера. Колонки тоже можно подключать либо в Т2 USB порт сюда, но сюда я подключал, получается немножко как бы дает какой-то фон. То есть я взял блок питания обычный, вот сюда его подключил. Включаем монитор. Включаем приставку. Обычный классический телевизор. То есть вот такой телевизор. Что получается по деньгам? Смотрите. Получается, монитор обошелся мне примерно где-то около там, 500 гривен, 500, колонки 100, 150 гривен, 650, переходник вот этот 100 гривен, 750 и приставка Т2. В общем, получается, грубо говоря, около 1000 гривен, около 1000 гривен, можно купить себе 19-дюймовый плоский телевизор. Что мы можем купить за эти деньги на рынке телевизоров? То есть такой телевизор я смотрел где-то 20-дюймовый, по-моему, там, ну, не меньше 2,5, там 2800 даже, вот, что-то таких вот пределов. Получается, что, грубо говоря, за 1000 гривен можно приобрести себе телевизор с плоским экраном. Еще есть возможность подключения Smart TV, либо же купить приставку Smart на андроиде, либо же, вот я видел такой вариант, подключил мне один знакомый планшет. Подключил планшет, и у него получился полноценный Smart TV, грубо говоря, за небольшой день. Если же у кого-то есть, может, бесплатный монитор, есть вот эти старые, то есть там, ну, там не со всеми получается. То есть, что я могу сказать, если у кого-то, например, надо временно, по-быстрому сделать при небольших затратах такой телевизор, то это вообще легко можно реализовать этот проект. Все, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.
До новых встреч.